смелым и умелым ни погода, ни почем. Дожди, разразившиеся в минувшие выходные, не помешали провести открытое первенство городского округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Оно называется «Серебряный карабин». Состязание ежегодно проводится в Щелкове центром «Романтик» при поддержке профильных комитетов администрации городского округа. В этом году состязания прошли в лесополосе возле Америвского карьера в лесничестве рядом с СНТ «Горняк». Щелковцы и их соперники, приехавшие из 12 муниципалитетов Московской области, а также из Москвы, показывали свои навыки в преодолении препятствий разной сложности на километровой дистанции. Погода им сложности создает, все равно какие, ну, будут они для них. Но она делает тяжелее эту дистанцию, которую они с мужеством все равно пройдут. Это самые значимые соревнования для нашего центра. Они открывают наш учебный год, и здесь принимают участие самое большое количество спортсменов. В состязаниях участвовали начинающие и уже состоявшиеся спортсмены разных возрастов от 8 до 21 года. С ними на протяжении всего учебного года занимаются опытные педагоги-тренеры из центра «Романтик». Они выезжают и на областные первенства, где их воспитанники получают в этом виде спорта разряды и звания. Только что завершивший дистанцию девятиклассник Даниил Петренко имеет второй взрослый разряд, а сейчас готовится получить первый. Когда бежишь дистанцию, ты уже думаешь не о том, какие трудности впереди будут, потому что ты на тренировке все это уже оттачивал, то есть ты это все уже машинально, уже все это знаешь, как делать. Скорее просто уже присутствует дух соперничества, и тебе хочется уже стать первым. Другой участник этих соревнований, шестиклассник Денис Иванов, добился в Щелкове лучших результатов по спортивному туризму в своей возрастной категории. На дистанции за Дениса болеет его мама Татьяна Александровна. Я считаю, что это большая заслуга тренера, так как она прививает и вид спорта, и заинтересовывает, и сплочает детей. Ну, от тренера очень сильно зависит. Но ему больше понравился, мы пробовали разные виды спорта, но вот этот самый больше всего ему понравился, как бы привлек его, так скажем, и внимание, и интерес, и, потому что он разновидный, разнообразный. Спортивный туризм с каждым годом становится все более популярным в Щелкове. В этом году в первенстве городского округа участвовало более 300 человек. За два дня судьи давали старт 457 раз. Итоги соревнований будут опубликованы на сайте центра «Романтик». Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.